Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас обзор магнитола MVH190UBG. Итак, если у вас задача купить хорошую недорогую магнитолу, то это будет отличным вариантом. Здесь у нас есть флешки, есть AUX, есть радио, и все. Больше, в принципе, здесь ничего лишнего нет. В среднем цена магнитола это и составляет где-то от 3 до 4 тысяч рублей. В зависимости от того магазина, где вы ее приобретете. Что еще из хорошего? Магнитол воспроизводит FLAC, магнитол воспроизводит MP3. Есть линейный выход для сабвуфера регулируемый. Есть большая крутилка. Скажем так, это модель замена 180-й модели. И, внимание, прорыв. Наконец-то Pioneer сделали кнопку Mute. Собственно говоря, этот аппарат стал значительнее и удобнее своего предшественника. Теперь посмотрим его поближе и пройдемся по менюшке. В комплекте идет сам аппарат, салазки, ISO-разъем, инструкция, гарантийный талон и чехол тряпочный, в который вы можете положить не только панельку, но и, допустим, очки солнцезащитные. Все. Переходим в менюшку. Здесь у нас есть функции. Это настройки радио, никому не интересные. Переходим сразу в режим настройки аудио. Здесь у нас установленный эквалайзер есть. Предустановленные несколько. Есть пользовательские 1, пользовательские 2. Пользовательская 1 – это возможность настройки для каждого режима. Допустим, радио, флешки и аукса. Можно настроить разные. Если мы перейдем в пользователь 2, здесь будет единая настройка для всех режимов. Дальше у нас идет тонокомпенсация. Дальше у нас идет сабвуфер. Фаза, противофаза, либо выключена. Управление сабвуфером. Режется у нас от 50 Гц до 200. Здесь подъем уровня. И с крутизной 12-24 дБ на октаву. Есть усиление баса, бас буст. Есть фильтр высоких частот от 50 Гц до 200. Уровень сигнала между режимами, баланс, да и все. Дальше у нас есть 10 режимов диммера по яркости. Установление диммера есть, ручная настройка, либо по времени. И здесь у нас, по сути, больше, в принципе, ничего. Здесь выбор языка, часы и прочее. Собственно, по настройкам здесь и все. Как видите, здесь у нас представлены два аппарата в зеленом цвете и в красном. Красный – это UB маркировка, в зеленом – это UBG. Кстати, этот замечательный аппарат поддерживает приложение Pioneer Arc, который доступен, допустим, на более старших моделях. Он уже здесь тоже, опять же, реализован. Но ограничение в том, что поддерживает только андроидовые телефоны, и Apple-ские не поддерживает. Apple-ские поддерживают только 190 с маркировкой UI, которые поддерживают iPhone. Поэтому есть вот такие вот, внимательно смотрите, если у вас Apple-ские устройства, то нужно брать более немножко дорогую модель, она там порядка там, на 500 рублей еще дороже будет. И уже будет поддерживать еще и Apple. Здесь завязано на Android. Аппарат воспроизводит флаг. Здесь вы можете увидеть табличку, какие форматы он поддерживает. И, собственно говоря, и все. Давайте подведем итоги. Какие можем подвести итоги? Если вам нужен отличный аппарат за приемлемую цену, то это ваш выбор. При условии его правильного эксплуатации он будет служить вам долгие годы. С вами был Владимир, SoundLife. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока!